Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 19 июля 2017 года среда, по одному из старинных, 18 день месяца получения даров природы, 7525 лет и седмица. Звездные пары в ведрусской традиции, такова тема сегодняшнего нашего эфира, автор-сказитель Любава Живы и Святозар Полтавченко. Мы переходим к разделу, в котором задаем вопросы из нашего чата, из чата на Народного славянского радио на канале YouTube. Итак, первый вопрос к нам пришел в самом начале передачи от Святогора. Он написал следующее. Здравствуйте. Подскажите, а сложно ли встретить свою звездную пару? Я думаю, что мы уже частично ответили на этот вопрос. В общем-то, всем нашим монологам. Встретить пару несложно. Сложно с ней идти, как я бы сказала. Сложно ее узнать. Сложно узнать, сложно идти. В принципе, ну, как бы я говорила о том, что чтобы встретить звездную пару, надо высказать об этом свое намерение и обратиться к, ну, в нашей традиции это к нашим славянским богам, попросить об этом. И если нам по уровню это возможно, в принципе, даже если это невозможно, боги могут выстроить такой путь, когда рано или поздно мы к этому придем. Просто надо уметь на этом пути делать нужные выборы и не отказаться от своего желания. То есть это желание должно быть глубоко осознанно, и мы понимаем, что принимая этот путь, мы принимаем и все сложности этого пути, и боги приведут. Поэтому сложно — это, наверное, немного не то слово. Я бы сказала, трудно. Трудно сделать такой выбор, если ты ведаешь, какие после этого тебе следует проходить испытания и как ты будешь жить. А встреча со звездной парой — это весь мир на 180 градусов в другую сторону. То есть это очень мощное развитие. Если есть к этому духовный настрой, готовность, я думаю, что нетрудно. Хорошо. Кстати, я забыл спросить, как вам песня, понравилась, не понравилась? Я не тебя спрашиваю, естественно, не Святозара. Я спрашиваю тех, кто слушает Народное славянское радио. И у нас в чате можете написать и на канале Ютуба. А дальше следующий вопрос к нам пришел от Солнца. Любава, здравия. Известно ли тебе, кто такие близнецовые пламена? Это то же самое, что и звездные пары, или они чем-то отличаются? И в чем состоит их отличие? Благодарю. Ну, я, скажем так, в теории знаю, что такое близнецовые пламена, может быть, недостаточно полно. Читала об этом и понимаю, что, наверное, близнецовые пламена — это то же самое, что звездная пара, только не в ведрусской традиции, а в какой-то еще другой традиции, да, там с Нью-Эйджа или и так далее. Вот, а по сути, это две половинки души, которые энергетически связаны друг с другом и имеют, скажем так, желание большое встречаться из жизни в жизнь и творить вместе. Соответственно, при их соприкосновении друг с другом в духовном плане, которого мы обычным невооруженным глазом не видим, возникает большая вспышка. И именно отсюда, я понимаю, идет название близнецовые пламена. У нас звездная пара, потому что рождается звезда. То есть загорается на Земле звезда, которая, в принципе, начинает светить с отраженным светом рода Всевышнего людям и притягивать к себе другие, скажем так, звездочки, зажигать другие звездочки, и вместе они образуют созвездие. То есть после звездных отношений тоже жизнь как бы не заканчивается, она всегда развивается и приводит к уже более сложным отношениям, именно к созвездиям звездным. Вот. Поэтому, в общем-то, отличаются эти два термина только в том, что они относятся к разным традициям, и разные духовные существа руководят, скажем так, этими парами. И сейчас для родных богов очень важно иметь такие руки на земле, как звездные пары, потому что я вот насколько читала о близнецовых пламенах, там тоже
стоят более духовные задачи, чем материальные, не просто, и чем просто любовь. То есть люди смотрят не друг на друга, а смотрят в одну сторону, смотрят народа и понимают, что надо решать, как бы что помогать, где помогать и как помогать, и делают это. То есть тут скорее больше сходство, чем отличие. Угу. Хорошо. Если так подробно будем отвечать на вопросы, которые частично мы уже ответили, то в этом случае мы не успеем уложиться в это время, которое отведено тобой же. Так, дальше вопрос от Солнца. Что такое духовная любовь, как и в чем она проявляется? Благодарю. Вопрос достаточно интересный. Как проявляется духовная любовь? Я уже тоже, наверное, коротко скажу, потому что отвечала на этот вопрос. А духовная любовь проявляется большой любовью к роду батюшки. Она проявляется в том, что ты чем дальше, тем больше его осознаешь, понимаешь его цели, его стремления, чего бы он хотел бы и как бы он был бы счастлив, если бы ты жил. И духовная любовь проявляется, вот, наверное, так же, как и недуховная, большим чувством любви, света, благодати, гармонии внутренней, направленной именно не на явный предмет, который мы можем, или там объект, который мы можем увидеть в яве, а именно направленный на духовный мир, на Творца всего сущего, которого ты познаешь и любишь. Чем больше познаешь, тем больше любишь. А чем больше любишь, тем он больше тебе становится ближе, и ты имеешь возможности познать. Хорошо, идем дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Каждая пара стремится к девятке, так как число 9 – самое гармоничное число. 1 плюс 8 – 9, 2 плюс 7 – 9, 3 плюс 6 – 9, ну и так далее. Вот такая реплика. Идем дальше. Святогор. Если кармическая пара доходит до предела своего развития, значит, им нужно отпустить друг друга и идти дальше. Или как? И как понять, когда такой момент приходит? Ну, обозначу еще раз этот ответ, который уже, я думаю, у нас звучал в эфире. Если кармическая пара доходит до предела своего развития, значит, им нужно отпустить друг друга. Вот только, скажем так, как понять, когда такой момент приходит, я уже говорила, это когда люди перестают развиваться. То есть нет развития. Ну, то есть все хорошо, там, например, привыкли к друг другу, уже наобижались друг на друга, и больше обижаться не хочется. Да? Там, это значит, что кто-то отработал карму с партнером. То есть ему уже просто глубоко все равно. Индифферентно, да, на своего партнера, что он там делает, и то, что раньше раздражало в этом человеке и просто выводило из себя, сейчас воспринимается как, ну, он такой. Вот, то есть это называется, что душа опустила руки, ну, как говорится, забила, да, на другого человека, и ей все равно. Или она настолько отладовалась, что, ну, скажем так, принимает его таким, какой есть. Вот если она принимает его, каким он есть, и он готов, скажем так, этим вдохновляться и развиваться, то тут еще есть развитие дальнейшее, оно может быть. А если просто опустила руки, то без разгрузки рюкзаков вот с этими обидами, без ладования, в принципе, дальше развития нет. И тут нужно делать очень четкий выбор. Или идем дальше и ладуемся, очень долго ладуемся, мощно, да, там, по всем вопросам вытаскиваем там какие-то свои обиды, понимаем их причины, больше так не поступаем, не бьем друг друга. И тогда развитие есть. Если нет, и всем все равно друг на друга, то, конечно, зачем свою жизнь тратить на то, чтобы вот доживать ее? То есть нужно принимать такое решение. Угу. Дальше Подсолнух пишет. Здравия, Светозара Любава. Звездные пары — это когда по славянской нумерологии обереговые числа и числа жизни женского и мужского пола дают в сумме девятку, то есть гармонию. К сожалению, Подсолнух, я не нумеролог, но в принципе по логике, да, могу сказать, что 9 достаточно полное число, гармоничное, это 3 в третьей степени. Тройка — это у нас символично обозначает три глав.
человека, три единства. И вот, как я понимаю, девятку — это три в третьей степени. Это два триглава, мужское и женское, образуют некий триглав, единое среднее, как бы между ними целое, которое на самом деле средним как таковым не является, но является больше общим. И как раз оно и позволяет возвести вот то, что я говорила, 1 плюс 1 — 11, в степень отношения, то есть и силу творения увеличить. То есть если вот это складывается на самом деле у партнеров вот такое единство, чтобы их три главы полностью соединились, слились души, соединились духи, в единстве договорились, соединились тела и живут вместе, как бы проявляя себя, находясь рядом с друг с другом, творя вместе, трудясь и любя, тогда да. Могу сказать, что тогда складывается вот эта гармония, и это, скажем так, наивысшая стадия звездной пары. То есть до нее не обязательно можно дойти. То есть это идеал, к которому нужно стремиться. Понятно. Вопросы от людей, слушателей и зрителей, которые пишутся, представляются латинскими буковками, я зачитываю от имени Степана Степановича или Степаниды Степанны. В данном случае такая ситуация у нас по иностранному написано, поэтому вопрос от Степана. Уж извините, много раз спрашивали в чате, как вас звать. Итак, что делать, если твоя пара не хочет ладоваться? Возможно ли так дойти до звездных пар? Да, если пара не хочет ладоваться, я уже говорила, тут невозможно дойти вообще ни до каких пар. То есть скорее разойтись. Потому что, ну, если человек не готов договариваться, если не готов решать какие-то вопросы и думает, что там Бог придет и за него решит, или психолог, или еще кто-то, то это большая иллюзия. И так можно дойти до развода, а не до звездных отношений. Понятненько. Русь ведическая, вопрос, эфир. Как ведрусы выбирают себе пару? Очень интересный вопрос. А ведрусы себе выбирают пару до воплощения. Они, скажем так, приходят уже, ну, если говорить на самом деле о ведрусах, они уже приходят в эту жизнь, зная о том, кто будет половинкой, и заранее, скажем так, с помощью духовного мира готовят этот свой приход на Землю и готовят встречу, воплощаются где-то в таких местах, ну, согласно их предназначению, рядом, да, или где они могут встретиться. Очень часто, ну, раньше они воплощались в одной общине или в соседних общинах, которые взаимодействуют, чтобы иметь возможность там на общих праздниках, хороводах встретиться друг с другом и узнать друг друга. Очень часто, если говорить о звездных парах ведрусов, то, соответственно, эти люди, ну, могут даже расти в детстве, с детства вместе. То есть быть настолько... Но рядом с друг с другом, чтобы иметь возможность с детства держать единство, соединяться в триглаве, и чтобы уже к взрослому возрасту, когда приходит момент творения, не тратить на это время, а уже начинать выполнять. Потому что это нам, сейчас современно живущим людям, кажется, что жизнь большая. На самом деле, если займешься каким-то делом, видишь, как время летит, и, скажем так, энергия уходит, а но много еще хочется сделать. Поэтому ведрусы экономили время и выбирали себе пару до воплощения, подготавливали условия. А как они узнавали об этом? Были, конечно же, волхвы на Руси всегда. И когда дети приходили, их волх ждал, встречал. И, ну, как бы не только на физическом плане ребенка принимали, а принимали его на духовном плане и знали его предназначение, соответственно, давали определенное именно речение, проводили обряд именно речения, давали определенное имя и духовное, и общинное, и знали уже сразу, кто пара, или где ее искать и как человек встретит, и давали об этом веду. Вот. То есть, в принципе, жизнь была достаточно по судьбе, ну, могла бы быть, да, если это принимать, достаточно простой и эффективный. Вот так. Либо, ну то, что ты сказала, это предание старины глубокой, да, а вот как сейчас это происходит? А как сейчас выбирать, имеется в виду, да? А да. Сейчас ведрусов нет.
Начнем с этого. То есть сейчас можно выбирать только одним способом. Во-первых, понять, что ты когда-то этот выбор сделал, если ты хочешь стать ведрусом и идешь к этому, становишься, значит, ты обязан просто идти к родным богам. А ведрус — это ведущий рус, а ведущий родных богов. То есть если ты не ведаешь родных богов, ты не ведрус. Надо ведать. И когда ты ведаешь богов, общаешься с ними постоянно в своей жизни, когда этот момент приходит, тебе боги об этом просто говорят. Но они тебе говорят, что вот это твоя пара, и тебе надо идти с этим человеком. И я понимаю на своем опыте и на том, что я там вижу вокруг, люди могут не воспринимать это, то есть ты не чувствуешь так. Предположим, сомневаешься, идут какие-то помехи, воздействия, и ты это сразу можешь не принять. Но практика показывает, что боги никогда не ошибаются. И вопрос стоит только в том, насколько ты верно услышал богов. Но это тоже проверяется жизнью, и если ты идешь, и боги тебе настойчиво говорят, что это твоя пара, ты принимаешь это, и тогда, скажем так, развитие и путь под счастливой звездой, он просто обеспечен. То есть сейчас вот мы неоднократно спрашивали богов о том, как людям встретить пару. И они всегда говорили, что без ведания и водительства это практически нереально. То есть человеку просто это по духовному уровню не нужно. Он не сможет с этим жить и не поймет, что с этим делать. То есть изначально идет связь с духовным миром, со своими богами, с предками, а потом уже отношения. Это естественно, потому что сначала мы как бы в духе рождаемся, взрослеем, а потом только женимся, да, соединяемся с кем-то, венчаемся. А грудного ребенка или нерожденного повенчать смысл какой? То есть сначала надо вырасти. Думаю, сейчас многие ведрусы на тебя обидятся, потому что сказал, что их не существует. Я не сказала, что их не существует. Я сказала, что их не существует в той, полноте слова, что я вкладываю в него. Это ведро. Ладно, хорошо, хорошо. Да. Хорошо, хорошо. Мы тебя поняли. Мы все записали. Ладненько, идем дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Здравия. Скажите, пожалуйста, как узнать свою вторую половинку? То есть звездная пара создается уже по факту с человеком и потом становится звездной парой, или существует некое притяжение? Благодарю. Значит, как узнать свою половинку, я уже отвечала. Если речь идет о звездной паре, это услышать или почувствовать, что духовный мир говорит тебе о том, что это твоя половинка. На своем примере могу сказать про Светозара так, что пришел момент, и род-батюшка пришел и сказал мне: вот это твоя пара. Нравится он тебе, не нравится, тебе надо его любить даже в аду. Вот так. То есть это слышится всегда на тонком плане и сомнений не вызывает. Так я узнала. Вот. На самом деле, по каким-то физическим признакам, да, конечно же, есть притяжение, но оно есть всегда. И с кармическим партнером тоже. И на это ориентироваться, скажем так, я бы не стала, да, не рискнула. Звездная пара создается уже по факту или становится? Конечно, звездной парой становится. То есть она тебя соединяет с твоим потенциальным партнером, с которым вы можете дорасти до звездной пары. И я уже говорила, что звездная пара — это посвящение, это статус или, как сказать, погоны, которые на тебя одевают. Сначала ты там офицер, потом идешь по уровням, по ступенькам и доходишь до генерала. То есть, конечно, звездной парой можно стать. И род батюшка говорит даже о том, что можно сложить такой уникальнейший опыт и стать звездной парой со своим там кармическим или родственным партнером, если тебе вдруг будет это интересно, и ты прям совершенно не хочешь создавать опыт развода в своей семье, то в принципе такое возможно, если другой партнер также выберет. Но практика показывает, что когда ты отрабатываешь какой-то тип отношений, то партнер тебе просто уже становится неинтересен, и душа хочет дальше развиваться и выбирает другого. То есть дают более лучшее, от чего ты не можешь отказаться. А притяжение, я уже сказала, что да, оно существует, но чтобы его почувствовать, нужно быть в духе. И тогда дух тебе четко скажет, что да, это твой партнер.
Жестко с тобой так это. Скажи, пожалуйста, Светозар, а у тебя тоже такой жесткач был? То есть явился перед тобой некто, ну, род, например, и сказал, вот тебе девушка, и ты ее будешь любить до тех пор, пока в ад не сойдешь, она тем все равно тебя будет любить. Так интересно, что я первое время даже вообще не представлял, что Любава моя звездная пара. Когда мы с ней встретились и общались, ну, у нас достаточно большая разница в возрасте, 17 лет. И я просто ее воспринимал как единомышленника и не более того. Но потом, то есть боги нас подводили, и то есть оно как-то вот со временем проявилось. Вот. И после этого мы поняли, что пойдем вместе. Но это было не сразу. Я могу сказать, что я тоже так же воспринимала Светозара просто как друга, скорее. И, ну, скажем так, притяжение было, ну, как бы хотелось общаться. Хотелось общаться как с хорошим человеком, как с интересным человеком, с партнером. Но вот понять, что это любовь, ну, как бы вот сразу, было достаточно трудно. То есть скорее даже было наоборот ощущение, что это точно не мой партнер. То есть был некий элемент воздействия и, ну, осознание, что вряд ли этот человек. Потом я так понимаю, что боги увидели потенциал, наше желание. Вот что было на тот момент встречи, это точно большая любовь к роду и желание действовать вместе с ним. Но и мы дошли до какого-то предела нашей одиночной игры, и боги увидели, что дальше нам для нашего развития нужно встретиться и идти вместе. И дальше началась двойная игра. И мы ее, в общем-то говоря, просто приняли, а все остальное уже пришло по ходу этой игры. Вот так. Ну, то есть ты подошла к нему так, за грудки взяла. Ну, слушай, мужчина, тут мне явление было. Мне сказали, что мы с тобой теперь должны быть, пойдем вместе жить, так что ли? Или как там, все-таки обоюдно он сказал, слушай, мне тут, ой, я тоже видел, и я тоже видела, и вот так как-то все образовалось. Или чья-то инициатива все-таки здесь была первична? Ну, вообще, вот это нашу встречу, мы ей посвятили книгу «Звезда Ковчега». Вкратце скажу, что знаков было достаточно много. Это, ну, была видна божественная рука, и было видно, что, ну, как бы сами мы бы такие выборы бы не сделали. И боги просто соединяли нас для служения. Ну вот, конечно, никто никого за грудки не брал. Мы просто общались по-дружески, как друзья, и понимали, что чем дальше мы идем, тем больше, ну, слышим, что нам надо идти вместе. На самом деле я ощущал помощь богов, потому что реально вот в той ситуации, в которой мы оказались, нам соединиться было очень-очень трудно. То есть вот без помощи богов, можно сказать, нереально. И только вот благодаря их помощи, то есть нам удалось вместе пойти. Да. И не было понимания, для чего это нужно. То есть вот это очень важно. Не было такой связи. Это уже потом мы создали хороший канал с богами. А в принципе раньше это было все на больше, ну, какого общения с духом, со своим. И, ну, вот знаки приходили, ты их читаешь и понимаешь, что по-другому никак. И уйти нельзя друг от друга. То есть явно, что божественная рука держит. И надо идти. Хотя было непросто вместе. И скорее я поэтому и говорю, что этот путь через преодоление. Хорошо сейчас вот у нас идут люди, они уже, ну, что-то понимают, разбираются в этом. А когда нет информации, то для сознания это достаточно непросто выбрать такой путь. Вот. Понятненько. Идем дальше. Здравия. Скажите, пожалуйста, а нет, это уже было, вот Любава пишет «Солнце». Иногда в жизни бывает так, что видишь незнакомого человека и понимаешь, что ты откуда-то его знаешь, и будто бы все тебе в нем знакомо, и где-то ты его уже видел, слышал, а может, и общался. Но на самом деле нигде ты его в этой жизни не видел, вроде как не встречался. Но чувства и ощущения такие, что человек был очень близок к тебе. Что это может быть такое? Откуда и для чего возникает это чувство? Благодарю.
Ну, вопрос в том, что наши души перерождаются из жизни в жизнь, и всегда мы встречаемся с кем-то, обязательно встречаемся из прошлых жизней. Вот мы сейчас активно с нашими друзьями ходим в прошлые жизни и ладуем их, берем этот опыт, понимаем, как прошлые жизни влияют на нашу настоящую жизнь, и мы знаем, что ладуя прошлое, мы можем улучшить свою жизнь в будущем. Соответственно, мы видим, что мы из жизни в жизнь встречались, и, естественно, мы притянулись в этой жизни именно по вот этим вот кармическим канам, что потому что встречались в прошлом. Кто-то из нас поступал по отношению друг к другу хорошо, кто-то обижал, там, кто-то любил. И так или иначе, но притяжение существует, и ты этих людей узнаешь. Ты их знаешь, что ты с ними где-то как раз, как тут описано, общался, встречался, но вроде как точно не общался в этой жизни, а ощущения идут с прошлого. Mm-hmm. Так, время у нас остается где-то полчаса на все про все. 2 часа это у нас ограничение регламента сегодняшнего эфира, которое Любава озвучила. Поэтому вопросы более не принимаем. Светогор, вопрос эфир. А может душа ошибиться при выборе наилучшего партнера для себя? Может или не может? Я думаю, что может. Потому что, скажем так, есть такие настройки, например, кармические. Если душа в прошлом ошибалась, и у нее есть такой опыт, и, скажем так, по карме положено ошибиться, то чтобы это не ошибиться, нужно иметь, опять же, возможность это просмотреть. То есть у тебя развилка, ты выбираешь этот, не этот партнер, и вероятность ошибки, как говорится, 50 на 50 на этой развилке. Но перед развилками всегда идет сигнализация. Идут знаки, которые тебе о чем-то говорят. Если ты успеваешь эти знаки прочитать, там обгон запрещен, да, и так далее, ограничение скорости и так далее, соответственно, ты успеваешь сориентироваться и выбрать верно. Но эти моменты, эти развилки, это как раз очень моменты большой высокой духовной работы. И наши предки практиковали такую вот практику, я так понимаю, что она и сейчас бы помогла современным людям. Они проживали, ставился период, там год, проживали партнеры вместе друг с другом в одном пространстве. И они не вступали в интимные отношения. То есть они просто жили рядышком и как раз договаривались, ладовались, налаживали быт, общались и проходили, да, вот эти духовные отношения, душевные выстраивали. И если они через год до сих пор были уверены, что да, им надо идти вместе при таком тесном и близком взаимодействии, когда вот эти шестеренки начинают соприкасаться и карма начинает вылезать, если они выбирали друг друга, что да, идти вместе, значит, это действительно те отношения, которые положены. И здесь, ты в любом случае не ошибаешься, даже выбираешь, если кармического партнера. Это значит, что этот партнер для тебя, сейчас самое наилучшее. Просто до другого ты не вырос, ладоваться одному очень трудно, и жить холостым, и вот просто сидеть там с камушками, да, с нашими там практиками, с какими-то другими практиками в ладовании, не так весело, как ладоваться со своим партнером. Если ты умеешь это делать, вдвоем интереснее. Но можно ли ошибиться в партнере? Какие еще могут быть причины? Еще может быть причина, конечно же, это привороты различные. То есть люди, имеют разные сознания и души, и есть люди, которые, если им понравился человек, не стесняются прибегать к каким-то сильным обрядам. И эти обряды, они нарушают естественное состояние сознания и душу покрывают какой-то пеленой. А все это, естественно, тоже позволяется или не позволяется по карме и духовному уровню. То есть если ты, тебе духовные силы решают дать такой опыт, да, который тебя ведут, они позволяют этот приворот. Если ты, опять же, имеешь возможность видеть и слышать, то ты можешь этого приворота избежать, то есть сделать антиобряд, видеть и развеять чары. Но, как правило, люди ошибаются именно из-за того, что не видят, что это такое, даже не осознают. То есть это все из области бабушкиных сказок, и такого вроде не бывает. На самом деле это встречается
очень часто. Но очень часто люди прибегают, причем сейчас это случается часто неосознанно. То есть есть деструктивные определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы не дать человеку выполнить свое предназначение, не встретить именно того, как бы с кем он может его выполнить. И вот я часто видела, и Светозар подтвердит, такие моменты, когда вот она идет встреча со своей звездной парой, и тут как раз вклинивается вот этот вот приворот, любовь перехватывается и направляется на другого партнера. И человек, который в отношениях, которые уже, казалось бы, затухали, и уже все, ну как бы они себя истощили, они уже больше никому не интересны, вдруг вот эта энергия любви со звездной парой направлялась именно вот в эти отношения, и они там вспыхивали яркой вспышкой, партнер отходил от выбора, то есть шел неправильным путем, не выбирал свою половинку. А как бы она там не просила, не страдала, ничего не происходило. Он выбирал именно остаться в тех отношениях. И потом эти отношения снова как бы с уходом партнера из его жизни в другую сторону, вот этого будущего истинного, они, те отношения в его семье истощались. И снова снисходили на нет. Ну и, скажем так, тут можно только, ну как бы пожалеть, локти покусать. Ну и, соответственно, если ты ведрус, то проанализировать этот опыт и больше так не поступать, да, то есть иметь этот опыт и дальше уже быть зрячим. Вот. То есть есть такие, в принципе, возможности ошибиться. Понятно. Ну-ка, иди-ка сюда, дай-ка эти локти покусаю, да? Ладно, идем дальше. Опять вопрос написан не по-русски, представился человек не по-русски, поэтому дядя Степа задает вопрос. Получается, нет разницы, кто твоя пара? Любой человек, даже кармический партнер, если ладоваться, может стать твоей звездной парой. Вопрос очень правильный и важный. На самом деле любой человек, который тебе дан, он дан не просто так, но он дан для какого-то опыта. И любой в жизни, кто приходит, если ты его принимаешь и умеешь ладоваться, он станет для тебя самым лучшим учителем. Не обязательно это будет на всю жизнь. Это может быть на какой-то период. Поэтому вот молодых людей, не знаю, мы бы хотели предостеречь от того, чтобы сейчас прямо бросаться сразу в семью. Как у нас это любят делать, вступать в семейные отношения, жениться, расписываться, даже венчаться, рожать детей, а потом через несколько лет, обычно там 5 или даже раньше, 3 года, разводиться, идти дальше. Просто, ну, как бы есть определенные. Ну, надо понять, что есть определенные этапы. Если ты в кармических отношениях не пройдешь, то ты не встретишь свою истинную пару. А жизнь длинная. Это не значит, что надо всю жизнь не вступать в отношения вообще и ждать свою пару. Или встретить ее там в 90 лет чистым и невинным. А надо вступать в отношения, но просто не вступать в интимную близость и не допускать зачатия детей. Потому что зачатие должно происходить осознанно, с призывом души и по всем правилам. Это очень большое творение, которое возможно при большом уровне единства и очень сильной любви, чтобы притянуть именно душу, которая будет развивать потом твой род, а не тянуть его к деградации. То есть в это весь род как бы вкладывается, когда идет венчание, и после венчания обычно пары зачинали. То есть весь род вложился энергетически там, и материально обеспечил условия, и тогда приходит высокого уровня развития душа. И, соответственно, сейчас то же самое. С кармической парой нужно, не вступая в интимные отношения и просто вступая как бы в духовной, в душевной близости, понять, какие у тебя есть кармические недостатки, какие у тебя непроработанные аспекты личности, и над ними работать. Это идеально. То есть все мы едины друг другу на духовном, душевном плане, мы одно, и просто себе, ну, как бы надо понять, что да, ты любишь этого человека, потому что род батюшка пропускает эту любовь через его душу и дает возможность тебе своей любовью, помогая как бы совершенствоваться. То есть не надо кидаться прямо сразу, вот люблю, не могу, ну, поживи год, посмотри, 2 года лучше, да, и если эта уверенность не пропадет, тогда, да, надо взаимодействовать более близко. У тебя уже неоднократно произнесено было слово «венчание», что в ведрусской традиции венчанием это дело все называлось? Или какие-то были другие слова и термины? Да, это венчание, которое проводят боги, паре.
и дают в это время очень высокие посвящения. То есть, в общем-то, в ведрусской славянской традиции считалось, что пара, которая вступает в единство, да, в союз, она становится звездной, ну, как бы на первой стадии, а даются авансовые посвящения и статус увенчаемых, как у Сварога и Лады. К ним очень бережно и трепетно относится все окружение. И, скажем так, вот в этом обряде очень сильно поднимаются вибрации духа, души и тела. То есть дается большой импульс, это как бы подарок богов. И если пара умеет это удержать в себе, то есть знает, как вести себя до венчания, во время и после, закрепиться на этом уровне, то она получает очень мощный импульс к развитию. И дальше жизни как бы есть, ну, большая вероятность, что жизнь пойдет уже по более лучшему руслу, чем она могла бы идти без этого обряда. Понятно. Идем дальше. Тимофей, вопрос эфир. Здравия, Светозара Любава. Как долго можно искать свою звездную пару? Может ли на это уйти вся жизнь? Да, может и уйти вся жизнь. Я думаю, что особенно сейчас, в это время, когда мы только выходим из темных времен в рассвет, то есть на это может уйти вся жизнь. И я бы не советовала бы искать свою звездную пару, как вот люди делают, там ездят по фестивалям, слетам, и, ну, как бы это бесполезно в том плане, конечно, там можно кого-то там встретить и так далее, и боги, ну, любят и собирают такие фестивали, но вопрос в том, что ты можешь ходить нос к носом со своей звездной парой, просто ее не узнавать, потому что тебе боги не включили настройку узнавания. Но ты не готов к этой встрече, ведь при встрече звездной пары возникает вспышка, и она для чего-то нужна, и люди должны эту вспышку как бы использовать для своего духовного роста. И они могут жить, ну, как бы не надо, как в сказке у Пушкина, да зачем же далеко, знать, близка судьба твоя. Вот. Он вот ее не узнавал, и как бы у него не было такой потребности в лебеде, да, свою будущую жену. Он просто с ней общался, как бы получал от нее какие-то подарки и герой сказки, и, соответственно, рос духовно. А когда созрел и, скажем так, захотел жениться, у него появилось это внутреннее желание и потребность, ну вот оно и открылось. Александр Сергеевич Пушкин. Угу. Оксана Брейнер, вопрос из Ютуба. Добрый вечер. Как вы относитесь к тому, чтобы у супругов были отдельные комнаты, то есть здесь спальни? В царской России так и было, и браки были крепче. Хороший вопрос, благодарю. На самом деле, я как бы есть, ну, двоякое отношение, да, у меня. Как человек, я против этого, потому что считаю, что если люди находятся рядом с друг с другом, у них возникает все больше и больше единства, и в принципе такая потребность не должна появляться. Такая потребность говорит о том, что есть обиды друг с другом. И браки крепче, потому что души успевают отдохнуть. То есть они находятся, ну, как бы поля человека находятся во время сна в разных местах, не соприкасаются и, ну, имеют возможность отдыхать друг от друга. И вы знаете, что можно, там, например, если брак зашел в тупик, можно разъехаться на какое-то время, и потом, если съезжаешься, то чувства как бы возрождаются, появляется новый духовный импульс и так далее. Но если не решать корневую проблему, почему, что привело к тому, что пришлось разъехаться, из-за этого, скажем так, нет возможности и продолжать эти отношения достаточно долго. То есть так и придется разъезжаться постоянно. Но и жить как раз в разных комнатах — это от того, что души устают вместе, не умеют ладоваться, не умеют разгружать свои рюкзаки обид. Вот. Конечно, браки крепче, это для кого-то может быть выходом, но это не истинный выход. Истинный выход — это все-таки решать вопросы. Угу. Дальше Кузнец из Ютуба, вопрос эфир. Здравия. Разве женщина может отработать карму с мужчиной и уйти от него, если он до сих пор ее любит? Не кажется ли ведущим, что это и получается какое-то партнерство уже, а не настоящий семейный союз? На мой взгляд, если женщина вышла за такого мужчину, то ее карма в том, чтобы прожить эту жизнь в союзе с ним, возведя его на новый уровень развития или хотя бы приложив для этого все усилия. Благодарю. Мужской подход у кузнеца.
На самом деле есть в этом как бы крупица истины, что на самом деле женщина, когда отработала свою карму, я так понимаю, что речь идет о моей, о моем таком обращении к зрителям, когда я рассказывала про слушателям, да, когда я рассказывала про семинар, что женщина походила на семинары, там научилась как ладоваться и потом ушла от супруга. Я так думаю, что это об этом речь. И вот на самом деле такая женщина может выбрать, конечно же, не уходить от своего партнера и помочь отработать карму ему. И даже более того, может сделать это за него. И если найдется такая альтруистическая женщина, которая, когда она отработает, придет какой-то наверняка из духовный мир поможет, и придет какой-то более, скажем так, желанный партнер, о котором она мечтает, если она его все-таки не выберет и пойдет вместе с мужем, останется с ним, то он может его сильно вдохновить и ему помочь в духовном росте. И тогда она действительно может прожить всю жизнь в союзе с ним, если она не пожелает другого. То есть тут чисто выбор человека. Либо ты уходишь к новому партнеру, который тебе, скажем так, лучше, проще, интереснее для души, и ну, выходишь на другой уровень жизни и творения, либо остаешься в старых отношениях и занимаешься как бы служением своему роду, своей семье, посвящаешь себя этому, а тоже как бы ну, смирение тренируешь, да, и тоже такой вариант есть. Развития. И, в принципе, такой опыт тоже роду батюшки нужен, потому что у нас большинство пар, которые сейчас существуют, как бы я там опять не сказала грустно, да, и не разочаровала слушателей, но они кармические. И опыт роду батюшки очень нужен, как выходить из этого состояния не через разводы, а именно через ладование, потому что дети есть, и хотелось бы пары сохранить. И таким парам тоже будет род помогать, если женщина так выберет. Угу. Как-то все просто получается. Хочу мороженого, хочу пирожного. Сегодня с этим, завтра я уже все прошла, иду дальше с другим, а потом с третьим, четвертым. Ведь так могут наши слушатели воспринять твои слова. Я вот очень благодарна, Алексей, что ты вот сказал эту фразу. На самом деле я хотела бы от этого предостеречь. Ну, то есть это духовная гордыня. Ну, то есть то, что я говорю, надо воспринимать немножечко объемно. Ну, то есть не надо это воспринимать в лоб. И мы как раз, у нас было такое ладование, когда женщина отбрасывала всех своих мужчин, и ей было уже там где-то там 38, и никак не могла выйти замуж, потому что говорила, что этот недостаточно духовный, этот не слишком идеальный, у этого там еще какие-то недостатки, и все ждала свою истинную пару. На самом деле потом, как оказалось, ладование у нее у самой масса недостатков, над которыми надо работать, и из-за которых она не может принять мужчину. Тут я говорю, скажем так, может быть, с точки зрения какой-то чистоты, да, помыслов, когда ты принимаешь то, что тебе по карме положено, и за это много отдаешь. Не просто перебираешь мужчину и ищешь то, что тебе лучше. Просто ты служишь роду, то есть должна быть в голове такая настройка, я из нее исхожу. Ты служишь роду, а он решает за тебя, как тебе лучше жить, что он для тебя выбирает и как ты будешь лучше служить. Вот. И если нет такого осознания в голове, то тогда на самом деле надо выбирать, вот как сказал кузнец, служить своему мужу. Ну, если не можешь служить роду, служи мужу, роду земному, как говорится, своим предкам, своей семье, храни род, служи детям, потомкам своим. И это будет, если это в голове как бы больше укладывается, это будет больше истина, чем, скажем так, перебирать мужчины и искать просто себе для, скажем так, гнездышка, да, поуютнее. Светозар, а ты что думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что ну, есть разные варианты. Я думаю, что любовь определяет. Ну, понятно. То есть, я понял. Исчерпывающий ответ Светозара. Идем дальше. Я почему задал этот вопрос? Потому что следующий вопрос под ковыркой пришел от Олега из Боброва. Я же не просто так вопросы задаю, я же хитрый. Итак, Олег из Боброва пишет. Вопрос в эфир. У всех звездных пар женщина говорит, а мужчина поддакивает. Но здесь, скажем так, у нас есть определенные психотипы,
И мы в своем единстве сформировали определенные такие взаимодополняющие настройки. И, скажем так, Любава сейчас действует более активно, но на тонком плане я ее поддерживаю и помогаю. И моя роль, она не, скажем так, ниже, она просто, скажем так, позволяет нам вместе создать единое целое. И если не будет моей части, то не будет единого целого. И будет, ну, скажем так, 1 плюс 1 равно 2. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Владимир Змутич присоединяется к нам. Здравия, Любава и Светозар. Мне немного печально, когда ученики первого класса думают, что через год они опять попадут в первый класс, и что их сосед по парте – это их истинная половинка. Также печально, когда первоклассник думает, что азбука и счетные палочки с ним навеки вечные. Человек, если он действительно человек, а не сентиментальная медуза, просто обязан ставить флажок, обозначающий свою цель за горизонтом жизни. Когда же, наконец, прекратится и это слентяйство с половинками, и люди начнут делать целеполагание, чтобы не было стыдно перед Вселенной? Вот такой глубокий вопрос. Когда же? В этом вопросе глубоком, кстати, находится и глубокий ответ. Если убрать «же» и вопрос, вот он и ответ. Когда, наконец, прекратится это слюнтяйство с половинками, и люди начнут целеполагать, чтобы не было стыдно перед Вселенной, тогда и это прекратится. Тогда не будет стыдно, понятно. Хорошо, но вот по самому вопросу, который до этого же что-то может сказать, что печально ему смотреть на первоклассников, которые думают, ну и так далее. Я тут думаю, как? Все исходит из предназначения, то есть как правильно было написано в вопросе. То есть целеполагание, ну как бы я читаю как предназначение. Если ты во главу ставишь свое предназначение и выполнение этого, то ты, тебе по большому счету важно только одно. То, с кем ты идешь, поможет выполнение этого предназначения или уведет тебя от этого. Ведь, скажем так, вот бывает так, что тебе Вселенная предлагает конфетку и предлагает тебе очень хорошие условия, там очень классного партнера, о котором ты мечтал всю жизнь. Но это может быть уводом. И это надо понимать. И ты рассматриваешь это, исходя из, ну, как бы это предложение, сладкое, вкусное, исходя из своего предназначения. А сможешь ли ты с ним его выполнить или нет? И это будет не слюнтяйство и не, скажем так, увод. Если ты рассматриваешь и понимаешь, что да, этот человек пришел для того, чтобы помочь тебе в этом, потому что у него такое же предназначение, вы можете сложить это и действовать вместе, ты так выбираешь. А если, соответственно, нет, то выбираешь то, что тебе это не нужно. Угу. Хорошо. Так, дальше. Кузнец по поводу песни написал. Исполнительницу уже слушали, то есть помнит передачи, где голос звучал. Голос нравится, посыл тоже очень по душе. А с размерностью строк, на мой взгляд, еще нужно поработать. Немного рвано получается, неравномерно. Так, идем дальше. Русь ведическая, реплика в YouTube. Если душа на кого-то опустила руки, может, эта душа сама еще должна развиваться? Такая реплика-вопрос. Ну, конечно, и развиваться нужно, потому что если она опустила руки именно, то, скажем так, не смогла найти, может быть, какое-то вдохновение для себя. И ждет, может быть, партнера, который пришел, но тем не менее, ну, как бы пребывает в этом состоянии. Ведь она же может не обязательно ждать партнера, она может идти в одиночной игре и развиваться. То есть, если она потеряла себя в двойной игре и, ну, как бы опустила руки и, скажем так, понимает, что отношения выстроить нельзя, но развивайся в одиночной игре. Это же тоже развитие. И не надо пребывать в этом состоянии без крыла. То есть надо искать в себе те какие-то моменты, аспекты, там, недостатки, которые не дают тебе лететь и решать свои задачи, которые есть на данный момент. Ну, то есть там не уходить, например, в дела
или там в бытовые какие-то решения вопросов, на материальном не зацикливаться, там не ходить шопингом заниматься, чтобы тебе там успокоить себя, а именно как раз, конечно же, развиваться. Mm-hmm. Каждая ситуация дана для развития, каждая. Мы это понимаем. Понятно, понятно. Перестань заниматься шопингом, иди суп свари. Хорошо, вопрос эфира от Яровита из Ярославля. Здравия сказителям. Подскажите, где вы берете такие термины? Звездные пары, ведрусы. То есть где можно узнать поподробнее? Продолжительность ведрусской традиции, если верить поисковикам, около 20 лет. Что это за непродолжительная традиция или продолжительность совместной жизни звездных пар, и не более того? Какие-то прям сегодня наезды в вашу сторону. Ну, может быть, людям просто непонятно. На самом деле, я немножко расскажу. Дело в том, что ведрусская традиция — это в интернете 20 лет. А на самом деле ведрусская традиция очень глубока. И она уходит в века и в тысячелетия. Она всегда существовала и будет существовать. Вопрос только в том, помним мы об этом или нет. И как бы, когда мы говорим о том, где мы можем это узнать официально, прочитав книжки, я не могу назвать таких источников вот прямо как бы достоверных, на которые можно сослаться, кроме одного. Это родовая память. То есть в родовой памяти, в хрониках Ясуни, богини, все есть. И если человек духовно растет и открывает свой дар ведания, он может все там найти. Потому что, скажем так, мы не можем ничего выдумать того, чего не существует. Это было бы слишком фантастично. И ну, были времена, когда я тоже не знала таких терминов, но тем не менее люди принимают это ведой, и так или иначе по крупицам в книгах, ну, в каких-то там обращениях, в видеообращениях к людям, это постепенно все становится явным, проявляется. Традиция ведрусская возрождается, но она никогда и не умирала, она просто, скажем так, была не проявлена. А сейчас она проявляется. И она очень глубокая и точно не 20 лет. А ведрусы то же самое, но как и звездные пары. Мы понимаем, что у нас образность слов потерялась со временем, вообще ушли от нашего истинного языка образного. И, соответственно, мы много чего потеряли. Это не значит, что это никогда не существовало. То есть это существует и достается, слава богам, постепенно сейчас в это рассветное время и будет проявляться раньше. И сейчас просто это, как сказать, наезды, потому что новый товар на новом рынке, и люди еще не распробовали его на вкус. Но когда поймут на самом деле, что ведрусская традиция — это пусть к счастью людей, то есть традиции эти ведрусы придумывали, традиции ведрусов придумывали для счастливой жизни. Это те, скажем так, правила, по которым они жили, каны, да, мироздания, по которым они жили, проверили их своим опытом, и настолько они закрепились, что остались в родовой памяти как вообще великая ценность. И когда этот, скажем так, товар на рынке продвинется, то станет очень востребованным, и люди скажут, а как могло быть иначе? То есть, в принципе, это обязательно будет принято, я думаю, обществом, потому что это эффективно, это работает. Хорошо. Идем дальше. Еще немножко вопросиков и заканчиваем, Юлия. Аленушка, всем здравия. Вопрос в эфир. Что делать, если один из звездной пары не узнает другого? Как пробудить? Ну, интересно, что как пробудить — это значит, как вдохновить на духовное развитие. То есть, потому что прожить за другого жизнь и сделать выбора нельзя. Можно только помочь, и то, если человек просит о помощи. То есть если он к тебе обращается, тогда духовный мир дает силы, энергию и веду для того, чтобы помогать. И, скажем так, если партнер не узнает, ты ничего не сделаешь. Ты можешь ему, если он тебя попросит, предложить свою помощь, согласиться с этим его выбором, а сам можешь на тонком плане сделать обряд. Обряд, который поможет его духовном развитии, и если это на самом деле твоя половинка, и ты имеешь право по канам мироздания делать такие обряды, это не будет приворотом. Вот ты просто отдаешь часть своей духовной силы на духовный рост другого человека бескорыстно. Ну, потому что любишь, потому что считаешь, что этот человек как бы достоин такой помощи.
вкладываешься в него, и дальше уже на усмотрение его души, получив эти силы, он может вдохновиться, разблокировать какие-то свои моменты, аспекты, там, качества характера, которые его держат, и преодолеть их, карму ту же, да, на этих силах, и пройти. Пройти и увидеть. Хорошо. Светогор, вопрос эфир. А как можно практически научиться ладованием и вообще научиться общаться с духовным миром, чтобы можно было суметь встретить звездную пару? Да. Ну, я думаю, что это, наверное, последний вопрос. Практически научиться ладованием, как я понимаю, есть у нас опыт в прошлых жизнях, потому что мы все так или иначе жили не одну жизнь и уже ладовались когда-то в прошлом. Я могу рассказать о том, как я пришла к ладованию. Может быть, это поможет людям. Был такой момент, когда мы со Светозаром только начали наш путь, и у нас возникли конфликты определенные, которые мы вблизи друг с другом не смогли разрешить. То есть вылезла карма, и мы не понимали, в чем, собственно, суть конфликта. То есть люди меняются и почему-то поступают так, не как всегда. И с чем это связано, было неясно. И я уехала на какое-то время, там, на 2-3 дня, успокоилась, отошла, ну, как бы обиды прошли. И я понимала, что, ну, как бы чувствовала Светозара, понимала, что он продолжает как бы обижаться, и ехать, возвращаться назад мне нельзя, потому что, ну, как бы вопрос не решен. И когда возникнет в следующий раз такая ситуация, мы снова поссоримся. И я стала задавать вопрос богам во Вселенную, что же делать, ну, как выбраться из этого, я не знала. И мне пришло... пришла такая простая практика, которую я назвала потом «Камушки» и описала в книге. В «Звезде Ковчега» описаны есть практики, и в книге «Традиция ведрусов». Взяла два камушка, сказала, что один камушек — это моя душа, а другой камушек — это душа Светозара. И сначала я прижимала камушек свой к своему сердцу духовному и говорила как бы от себя. Я говорила, ну, о той боли, о том, что мне не понравилось, говорила вслух, спокойно, обращаясь к его душе, которая ассоциировалась у меня вот с этим морским камушком вторым. И потом, когда я все высказала, что у меня накопилось внутри, я взяла его камушек и прижала к своему духовному сердцу и соединилась с его душой таким образом и стала транслировать ее. И я услышала реально как бы ее мысли, ее чувства и совершенно новый для меня подход и его видение этой ситуации. И это меня очень глубоко удивило, потому что, ну, как бы просто в сознании я сама бы до этого не догадалась, что он так мыслит. И если бы я его понимала тогда, в тот момент, конфликта бы не было. То есть я поняла, почему он так поступает. И так вот, чередуя камушки, мы постепенно договорились. Я ему рассказала о своих как бы душевных переживаниях, он мне рассказал о своих, я его поняла, он меня понял. И в этот момент, когда закончилась моя вот эта духовная работа, интересная достаточно для меня и новая, он мне позвонил. Позвонил и сказал таким голосом радостным, как бы веселым, соскучившимся: «А что ты не едешь-то?» Ну, как бы, я говорю: «Ну как же, конфликт у нас?» «Да нет никакого конфликта, приезжай». И я поняла, что практика работает. И после этого мы как бы стали это активно практиковать. И вот такие моменты трудные, когда идут ссоры, шли ссоры какие-то, они назревали, мы не раз выходили, используя вот эту практику камушков. Она чем хороша? Тем, что камень боли не чувствует. И ему, он не чувствует ударов. И когда ты переносишь вот это вот энергетически, да, свою душу на какой-то предмет, ты как бы убираешь возможность бить по твоей душе. Ну вот убираешь это воздействие от себя и можешь смотреть как бы со стороны на всю эту ситуацию, спокойно ладоваться. Это очень эффективно, это помогает и решает вопросы. Тоже вот советую. Вот, и убирает эмоции, вот мне Светозар подсказывает, да. То есть... Ну, как бы ты спокойно можешь гармонично обсуждать те вещи, которые в обычной ситуации, когда они возникают, они вызывают море эмоций, которые мешают как раз договориться.
Вот. Так что благодарю за вопрос, это Гор. Сейчас, и все-таки последний, он не совсем вопрос, который сейчас нужно разбирать, отвечать, он вопрос для будущей передачи. Радослав Шугаров, здравия, вопрос эфир, Любава Светозар, могли бы вы осветить следующую тему, я так предлагаю, что в следующую передачу, если в ночь Сварога нашу планету смогли захватить существа с нижних миров, серые, которые внедрились в нашу среду, уведя от исконного образа жизни, современного, неограниченный, совершенно неограниченные, и при этом души с их мира получили доступ к рождению в земном обличии, неосознанно проявляя серую суть, служа своим интересам, ну и так далее. Вот такой вопрос, я так думаю, что для следующей нашей передачи, если вас, конечно, это заинтересует, если, конечно, оно покажется актуальным и значимым. Алексей, я бы вот этот вопрос бы, ну, как бы с радостью бы взяла бы для следующей передачи, но немножко его трансформировала бы в другую сторону. Мы об этом поговорим, то, что говорит Радослав. Но я бы поставила вопрос так, если, конечно, слушатели поддержат, назвала бы следующую передачу «Кто же такие родные боги?». Хорошо, дело ваше. Не волить не могу, поэтому как считаете, так и сделаете. Ну что же, давайте в заключение что-то такое желать вечное, доброе, чтобы душа развернулась и все занялись своими мирными делами после передачи. Ну, во-первых, я всегда начинаю с благодарности. Благодарю духовный мир, который меня поддерживал. Благодарю Велеса, батюшку, который у нас сегодня опекун, Живу матушку за канал «Возможность общения». И, конечно же, всех родных богов, предков, потомков, которые сейчас были с нами. Благодарю от всей души ведущего Алексея за его четкость, доброту, которую он проявляет. И легко, на самом деле, с ним очень сильно помогает. И, скажем так, хочу сказать напутствие от наших душ со Светозаром, от нашего Триглава людям, в какой бы вы ни находились в трудной ситуации сейчас или как бы счастливы бы ни были, цените тот момент, в котором вы находитесь. На самом деле жизнь — это очень радостно и интересно, если смотреть на все это сверху и воспринимать как игру, а все трудности воспринимать так, как будто это инструмент для того, чтобы, ну, это возможности для того, чтобы вырасти и стать сильнее, укрепиться в своем духе, проявить железную волю. И на самом деле, если так подходить к испытаниям и трудностям, что, что стакан на самом деле наполовину полон, а не наполовину пуст, а в жизни всегда будет развитие, успех, и после испытаний будет радость от побед, и можно будет сказать себе: «Я победитель, я смог». Желаю каждому почувствовать это состояние, быть в гармонии с собой, в единстве с родом, земным и небесным, выполнять свое предназначение и, конечно же, встретить свою истинную любовь, почувствовать любовь рода через свою половинку. Добра всем. Благодарю. Мне хотелось бы Светозара в конце тоже услышать пару слов. Да. Я хотел бы пожелать нашим слушателям, чтобы они видели за теми событиями, которые на поверхности, ту подоплеку, ту глубину, которая не всегда явна, не всегда видна. И они бы понимали, что мир устроен очень многомерно, как матрешка. И чем выше мы поднимаемся в своем духовном развитии, тем более объемно мы видим все события, которые с нами происходят. Мы видим все знаки, которые духовный мир нам посылает, и ту любовь мы чувствуем, которую род батюшка посылает нас через все события, через всех людей, которые встречаются в нашей жизни. Благодарим наших слушателей за то, что они нас слушали. Благодарю вас за хорошие очень слова, добрые, за то, что вы так долго и планомерно отвечали на вопросы, и некоторые вопросы были достаточно жесткие, за
то, что вы поведали. Низкий поклон. Также наших радиослушателей и зрителей канала YouTube благодарю за участие в эфире, за ваши вопросы и ваши реплики. Без вас бы ничего у нас не получилось. Напоминаю, что сегодня у нас 19 июля 2017 года, среда по одному из современных календарей. В одному из старинных 18 день месяца получения даров природы, 7525 лета седмица. Мы говорили про звездные пары ведрусской традиции. Любава Живая и Святозар Полтавченко были авторами-сказителями сегодня. Я прощаюсь с вами. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.